Садись. Все тут выйдет, вот и нет. А с какой стороны лучше? Вот отсюда, пожалуйста. Погладь его, что-нибудь пошуруди у него там. Поговори. В голове. Саш, смотрите. Не бойся, Матвей. Хорошо, не бойся, Матвей. Я рядом с тобой. Это во-первых. Во-вторых, думай о славе, что ты начал ручиться, когда ты показываешь. Твой рейтинг среди коллектива. Он как раз с вами хотел что-то рассказать. Поднимется в десятки раз. Скажи, кто на меня? А кто на нас с Львом и с Олегом Алексеевичем? Не бойся. А его как зовут? Вот, его зовут Малыш. Это всех мы воспитали. А девочку как зовут? Ну, этот вырос, да, здесь. Ну, а здесь не обязательно. Это вот взрослая самка пришла с харьковского зоопарка. Расслабься. Ну, понятно. Блин, я вообще... Вот такую экстравагантную экскурсию тебе, папа. Ни в одной Африке, ни в одном парке мира тебе не позволят вот так сесть на льва. Потому что ты еда для них. Вот. А пойдем с тобой Клеопатру погладим. Пойдем сюда. Сюда. Вот сюда. Вот так можно назад. Ну, да, идем он же боится наступать. Вот здесь садись. Садись. Нет, рядышком с ней. Вот рядышком. И вот так. Это крупные. Очень, очень. Да. Это живая львица, которая сражается за свою территорию, за мясо. Вот. Девочка, посмотри сюда, открой глазки. А ты ж моя красавица, боже, так кажется, вот так вот прямо аж затрепала бы. Я тоже, но не же я. Так хочется обнять, обнять прям. Обалдеть, какая ты красавица. Ну, все, хорошо? Расслабился.